дело движется. Что случилось? Кажись, простыл. Маркус? Если заболел один эльф, то вскоре всем эльфам конец. Это катастрофа. Вот что нам нужно. Купи 92 тысячи упаковок витамина С, метнись туда-обратно и все. Прямо сейчас? Да, сейчас. Слушай, Санта, не будь занудой. У меня не было времени проверить сани, тормоза барахлят, резина лысая и дворники не работают. Это самоубийство. Смешная, наметнись туда-обратно. Внимание всем оленям! Зона турбулентности! Паркуемся там, возле той большой красной игрушки! Сдаем задом. Где тут товары для эльфов? Ой. Мне 92 тысячи штучек вот этого. Да не вопрос. Фамилия? Клаус. Имя? Сан. Нужен алкотест и наркотест. Да. Это поможет моим эльфам. Сначала наркотест. Точнее. Я ваш адвокат, я вам помогу. Вы понимаете, что вы в тюрьме? Да. Да? Спасибо. Знаю, я сам играю в монополию. Давайте я выброшу дубли и выйду отсюда. Можно прокатиться? Нет. Пожалуйста. Нет. Ты знаешь, что будет, если впервые в истории Рождества дети не получат игрушки? Нет. Я тоже. Но если я не спасу моих эльфов, Рождества не будет. Я сам. Нужно доставить подарки. Рекси, время не подряд! Волшебным образом ничего не случается. Нужно бороться за тех, кого любишь. Просто слово в слово речь, мисс Вселенной. Санта и компания. Как будет привет на оленью? Это вот так. Ум-ум. Нет, вы сказали, ты хочешь клубничный йогурт. Теперь он хочет йогурт.